Привет! Если ты думаешь, что самым грозным хищником мирового океана является акула, то тебя ждет сюрприз. Ведь ни одна хищная рыба не сравнится в ярости, силе и умении охотиться с таким тяжеловесом, как касатка. Вообще, это животное – ближайший родственник дельфинов и самый большой представитель этого семейства. Размеры и умение охотиться в стае позволяют касатке быть единственным китообразным, который регулярно охотится на теплокровных животных. Думаешь, речь идет только о тюленях и морских львах? Как бы не так. Касатка может охотиться даже на китов. Это невероятно, но касатки могут справиться с животным, перед которым пасует даже белая акула. Как же стая касаток может совладать с китом? Одна такая охота попала в объектив камеры морских исследователей. Самка горбатого кита плыла со своим детенышем. Это большие и очень сильные животные, которые в обычных обстоятельствах не боятся никого. Но вдалеке от своей стаи, против группы врагов, они оказались беззащитны. Острые зубы и стремительные удары одной касатки не смогли бы разделить мать и детеныша. Но на это оказалась способна командная работа. Благодаря невероятно развитой системе разнообразных звуковых сигналов, опыту совместной охоты и выработанным навыкам, эти китообразные действуют столь же слаженно, как какой-то спецназ. Только каждый боец в данном случае имеет массу около 8 тонн и достигает 8-10 метров в длину. Сразить самку они не могли, она слишком велика. Но ее детеныш был чуть меньше взрослой касатки. Когда они отделили китенка от матери, все было решено. Одна из касаток просто утащила детеныша за хвост на дно и не дала возможности подняться вверх за воздухом. Китенок стал ужином для всей стаи. Но при всех своих способностях касаткам приходится отчаянно бороться за каждый обед. Так удалось заснять другой эпизод охоты на китенка. Его тоже сумели отделить от стаи, и на первый взгляд, для хищников, ситуация развивалась идеально. Они кружили вокруг жертвы, загоняя ее глубже и глубже. Еще несколько минут, и все было бы кончено, как вдруг малышу, если, конечно, его так можно назвать, пришли на помощь. Не только касатки, но и киты преданы своей стае. Они услышали сигнал о помощи и пришли отбить своего юного собрата. Взрослый горбатый кит имеет длину больше 13 метров и весит 30 тонн. Их движения в воде кажутся плавными, но избежать удара мощным хвостом, учитывая его длину, крайне сложно. Поэтому вместе взрослые особи, пусть и с трудом, но расшвыривают касаток, несмотря на численное превосходство противника. В итоге китенка удалось защитить и спасти, вырвав из зубов хищника в последний момент. Однако жертвам касаток так везет далеко не всегда, ведь этот зверь считается одним из самых результативных хищников мирового океана. Им приходится иметь дело с серьезными конкурентами, а их повадки и привычки поражают океанологов и морских биологов. Касатки – стайные животные, которые живут семейными группами от двух и до нескольких десятков особей. Время от времени несколько групп объединяются в одну огромную стаю и путешествуют вместе. В этот период они охотятся на самых больших и агрессивных животных, а также заводят потомство. При этом каждая группа имеет свои особенности коммуникации. Это невероятно умные животные со сложной системой социального взаимодействия. Хотя касатки в теории могут охотиться практически на любого обитателя океана, на практике часто каждая популяция специализируется на том типе добычи, которого на ее территории больше всего. Они даже разрабатывают специальные тактики охоты. И это не инстинкт, а продуманное поведение. Ведь они обучают молодняк своим приемам. Например, карусель. Так иногда называют способ охоты касаток в морях между Исландией и Норвегией. Китообразные здесь находят косяк сельди или другой рыбы. Затем сбивают его в более плотную группу. Для этого касатки окружают рыб и сжимают кольцо.
Чтобы напугать своих жертв, китообразные поворачиваются к ним белым брюхом. Когда удается согнать сельдь в очень плотный косяк, касатки начинают глушить рыбу. Для этого млекопитающие наносят по жертвам мощные удары хвостом. Есть мнение, что также касатки используют звуки особой частоты, которые нервируют жертву. И уже затем, когда рыб оглушили, звери принимаются за трапезу. При этом касатки – заботливые родители и преданные семьянины. При ошеломительной эффективности на охоте и жестокости в бою они стараются всегда заботиться друг о друге и ценят родственные узы. Если обычные дельфины могут проявлять агрессию по отношению друг к другу, то касатки всегда дружелюбны к представителю своей группы. Обрати внимание, как они играют друг с другом. Или на то, как они танцуют друг с другом на глубине. Касатки не только не дерутся между собой, но также заботятся о старых особях, защищают молодняк и даже щедро делятся добычей. То есть пища не только распределяется между членами стаи, но лидеры еще и следят за тем, чтобы каждому достался свой кусок. В случае конфликта никаких схваток, максимум удар хвостом по воде. Но обычно ссор у них не происходит. И в стае царит взаимопонимание. И это здорово, ведь физические возможности касаток просто потрясают. При огромном весе в 8 тонн этот зверь может разгоняться до 55 км в час. Для подводного пловца это огромная скорость. С той же скоростью может плавать и белая акула, которая считается очень проворным плотоядным. Но, поверь, сила и скорость далеко не главные козыри касаток. Ведь кроме тех представителей данного вида, которые живут на огромной, но все-таки одной территории, собираются в большие стаи. Есть небольшие банды касаток. Такие группы мигрируют на сотни и тысячи километров. Если первые специализируются на охоте на рыб, то вторые любят мясо животных. Эти маленькие банды касаток самые смелые, агрессивные и дерзкие. Именно такие касатки нападают на китов, тогда как охотники на рыб могут вполне мирно сосуществовать со своими дальними родственниками, великанами, и даже делить охотничьи угодья. Что же касается мигрирующих касаток-агрессоров, то они разрабатывают жестокие, но очень результативные тактики охоты. Например, ты знаешь о том, что касатки охотятся на тюленей и морских львов. Главный шанс на спасение у ластоногих – успеть выбраться на льдину. Но это далеко не самый впечатляющий и крутой способ охоты касаток. Трюк совсем иного уровня они показывают у берегов Патагонии. Дело в том, что если ластоногие, вроде моржей, тюленей и морских львов, приспособлены для обитания и охоты в воде, но могут также спокойно перемещаться по суше, китообразные так не могут. Если кит выбросится на берег из-за сбоя в своей, скажем так, системе навигации, это будет конец его путешествия, если только люди вовремя не спасут. Ведь на китообразных давит собственный вес, а кроме того, их система терморегуляции уже не приспособлена к обитанию на суше, и им грозит перегрев. В контексте этого очевидно, что оказываться на берегу – худший вариант для касатки. Но только не для этих смельчаков. Да, ты понял правильно. Касатки Патагонии рискуют собой и охотятся на тюленей, которые находятся на берегу. Для этого китообразное скрывается в приливной волне, а затем молниеносно выпрыгивает на берег, хватает неждавшего это тюленя и возвращается назад. Ластоногие не ждут атаки с воды и часто оказываются в острых зубах врага. Кстати, о дельфинах. Да, они и касатки близкие родственники, но это не мешает черно-белым гигантам охотиться на своих кузенов. И выглядит эта охота впечатляюще. Главное преимущество касатки – вес и мощь ударов. И она пользуется этим оружием по полной. Посмотри, как она ударом Супермена вышвыривает дельфина из воды. Тот беспомощной тряпкой вертится в воздухе и оглушенный падает прямо в пасть охотника. Посмотри, дельфин вылетел из воды на высоту 4-5 этажа. Он чуть не протаранил шокированных чаек.
Возможно, это коварный план касатки, и она хочет сбить птицу дельфином. Звучит невероятно, но да, эти хищники могут охотиться даже на птиц. Приготовься, сейчас ты увидишь нечто невероятное. Касатка подплыла к берегу и выпустила в мелководье рыбу прямо на глазах испуганных, но голодных птиц. Думаешь, это щедрость? Как бы не так. Касатка оказалась настолько умной, что использует маленькую рыбу как приманку. Когда птица хватает наживку, китообразная бросается в атаку и успевает схватить пернатую жертву и утащить под воду. При таком разнообразии вкуса даже удивительно, что касатки никогда не нападают на людей в дикой природе, даже если им предоставляется для этого отличная возможность. Более того, совершенно дикая касатка может подплыть к кораблю, вынырнуть и начать играть с человеком. Причины такого однозначно позитивного отношения к людям – загадка. Ведь даже дельфины иногда могут напасть на человека, но касатка – никогда. Обрати внимание, стая касаток окружила каякеров. О, май гад! Огромные китообразные могут легко перевернуть лодочку и утащить людей. Но вместо этого касатки приближаются к ним на максимальное расстояние и просто выныривают посмотреть. Они шумно выдыхают воздух, как будто проверяя выдержку людей, а затем мирно уплывают прочь. Еще один невероятный случай произошел у берегов Новой Зеландии. Семья касаток с детенышами окружили аквалангиста, но не для того, чтобы напасть, а просто, чтобы поплавать рядом. По какой-то причине пловец вызывал у этих гигантов искренний интерес. Причем касатки, даже малыши, соблюдают вежливую дистанцию и не только не атакуют, но даже не касаются человека. Есть немало историй о взаимовыручке между людьми и касатками, когда большие китообразные вытаскивали потерпевших крушение из воды и даже защищали рыбаков от акул. А рыбаки, в свою очередь, освобождали касаток из сетей. И да, главный враг касатки – акула. В бою китообразные используют умную тактику – бьют хищную рыбу по жабрам, а затем за работу принимаются челюсти сокрушительной силы. Поскольку касатки действуют группой, они маневрируют и отвлекают акулу, не позволяя ей сосредоточиться на одной цели. Такая тактика дает китообразным возможность избежать зубов рыбы. Какой факт о касатках поразил тебя больше всего? Поделись в комментариях и расскажи, о чем хочешь видеть будущие сюжеты. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.